Творчество выдающегося венецианского мастера эпохи Ренессанса полно тайны белых пятен. Портрет пожилой женщины, которую искусствоведы кратко именуют «старуха», не явился исключением. У ученых никогда не вызывало сомнений авторство картины, но без загадок и здесь не обошлось. Например, неизвестна дата, когда был написан портрет, и самое главное, кто на нем изображен. Мы видим женщину преклонных лет. Волосы героини слегка растрепаны, лицо избороздили морщины. А еще можно отметить старческий обвисший нос и усталый взгляд. Этот взгляд притягивает внимание более всего. Взор направлен за пределы картины. Старуха Будда глядит на нас пристальными, чуть суровыми глазами из своего пространства, где царит XVI век, только взявший свое начало и что-то знает про каждого из зрителей. Можно заметить в руках женщины табличку, лист бумаги, холст, на котором отчетливо можно прочитать «Col tempo», что означает «со временем» или «так происходит со временем». Американский исследователь Эрвин Пановский, сравнивая портрет с картиной «Гроза», высказывает мнение, что Джорджоне выражает в этой картине философскую мысль о том, что человек не в силах противостоять времени, чья неотвратимая сила разрушает красоту молодости и юности. Красота действительно мимолетна, как сама жизнь. «Помни о старости», будто предупреждает нас Джорджоне. Злая ирония состоит в том, что сам Джорджоне старости так и не дождался. Он умер от чумы в возрасте 30-32 лет. Эта старая женщина не вызывает отрицательных эмоций или настороженности. Именно поэтому некоторые высказывают мнение, что картина не предупреждает о старости, а воспевает ее. В старости человек становится мудр и приближается к Богу, так что старуха вполне может быть своеобразной одой преклонных лет. Как точно изобразил живописец неизвестную нам женщину? От его взгляда не ускользнула ни одна морщинка, сухие старческие руки, шея с чуть обвисшей кожей. У старухи приоткрыт рот и кажется, что это от тяжелого дыхания. Чтобы подчеркнуть пожелтевшую кожу героини, автор облачил ее в белый платок, а на плечи накинул тонкую шаль такого же цвета. Цветовой колорит Джорджоне сосредоточил на смешении коричневого и белого, оставив фон совершенно черным, чтобы героиня выглядела еще выразительнее и эмоциональнее. В этой картине Джорджоне выступает как продолжатель портретного реализма, последователями которого были множество художников, особенно Жирико. А вот в предшественниках можно отметить Дюрера, да Винчи, Монтенью и других.